Так, конец четвертого ходового дня. Третий день был не очень насыщенным, ходил немного. Сегодня в целом тоже не очень много. Поэтому объединяю в один. Что за это время? Погода по-прежнему очень жаркая. Полярный день, можно сказать. И не облачко, что для этих мест очень странно. Вот. Поэтому хожу налегке относительно. И то очень жарко. Значит, за это время 2 дня ходил не в портянках, а в носках. 2 толстых носка и войлочная стелька. В целом идти столь же удобно, как и в портянках, но только быстрее, не так сложно наматывать. Пока разницы не заметил. Сапоги. Последние новости. Треснули обе подошвы. Одна треснула посерьезнее, вторая поменьше, но в общем и целом. Сегодняшние попытки навязать на стопу веревку не увенчались успехом. Постоянно куда-то сползает, там где надо ее нету. Но поскольку подошвы сегодня как раз треснули, то к завтрашнему дню придется что-то придумать. Вот, с тем, чтобы этот самый подошвы как-нибудь все-таки защитить вот такой вот суровой веревкой. Посмотреть, как это все-таки работает. Увидим, что будет завтра.